летит прямо в небеса, разноцветных бабочек рой. Мир чудесен, и этим чудесам улыбнись и сердце открой. Заседание совета детского сада. Разрешите начать. Нам надо выбрать самого в мире лучшего воспитателя на Земле. Какие предложения? Необходимо составить портрет этого воспитателя. Воспитатель должен любить природу и заботиться о ней. Этот воспитатель должен быть талантлив и смастерить для детей прекрасные поделки. Этот воспитатель должен быть спортивный и активный. Этот воспитатель должен знать о мире, где мы живем, и также он должен рассказать об этом детям. Этот воспитатель должен шагать ногу нашим стремительным временем. Этот воспитатель должен быть добрым и заботливым. Так, коллеги, портрет самого в мире лучшего воспитателя готов. Каково ваше мнение или предложение? Это же наша Любовь Васильевна! И веселая, и заботливая. Она и талантливая. Она и добрая. И умная. И спортивная. Она самая, самая лучшая. Посмотри вокруг и увидишь ты, как прекрасен солнечный мир. Не сверкает снег и цветут цветы, шоколад в нем есть и зефир. Видишь, как летит прямо в небеса